Любовь Пыхтина с детства мечтала стать учителем по этому вопросу. С выбором вуза у нее не стояло. Но судьба распорядилась по-своему. После окончания института она устроилась работать воспитателем в детский сад. Это и был поворотный момент. Работа настолько увлекла, что стала делом всей жизни. Сегодня Любовь Кузьминична руководит детским садом «Солнышко», где она старается поддерживать хороший климат и оберегать детей и сотрудников. Я в большом восторге от того, что я попала именно в этот детский сад, потому что у нас действительно очень такой плодотворный, эффективный руководитель, который не только обеспечивает и оснащает нашу работу, это развивает предметно-развивающую среду, но еще это наш педагог, который нас учит на протяжении всей нашей образовательной деятельности. Благодаря сплоченной и высокопрофессиональной команде детский сад «Солнышко» находится на лидирующих позициях в реестре образовательных учреждений России. С 2013 года здесь реализуется федеральная государственная программа стандарта образования. Каждая группа оснащена дорогостоящей техникой, развивающими играми. Получать новые знания ребятишкам здесь интересно. Это очень интересные игрушки. Только с ними надо очень серьезно разбираться и нельзя их ломать, потому что нужно только программу им задать и потом нажать на впуск, и они начинают ехать. Не раз Любовь Пыхтина представляла свой детский сад на различных конкурсах и часто получала заслуженные награды. В этом году ее пригласили в Санкт-Петербург на Всероссийский фестиваль дошкольного образования, в рамках которого проходило несколько конкурсов. Видновский детский сад «Солнышко» был признан лучшей дошкольной образовательной организацией 2018 года, а ее заведующая – самым эффективным руководителем. Я очень благодарна своему коллективу, которые не сидят на месте, которые идут со своими инициативами, со своими предложениями, и не только коллективу. Как-то складывается на протяжении многих лет, у нас тесно работа выстраивается с нашими родителями. Мы друг друга слышим и понимаем. Они являются не только активными участниками конкурсов, которые участвуют их группы с их педагогами и их дети. Но также они все делают то, чтобы их детям, группу, которая ходит, было комфортно. На этом работа не останавливается. Впереди много планов. Это летом группы значительно опустели, а осенью в детский сад вернутся все его 300 воспитанников, которые ждут той же заботы и любви. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.